Добрый день, капитан Афоненко. Распитие алкогольных напитков в общественных местах запрещено. Пройдемте в отделение. Да зачем? Да я все уже, тут осталось на два глотка. Пройдемте, гражданин, в отделение для принятия мер. Тут два шага. Ну что такое? Ну предупредите меня просто, сделайте мне замечание и все. Пройдемте. Согласно закону я имею право задержать вас для принятия мер. Не надо. Ну оштрафуйте меня на месте и все, закроем эту тему и все. Вы что, мне взятку предлагаете? Должностному лицу при исполнении? Я? Не-не-не, вам показалось. Так, пройдемте, прекратим нарушение закона в виде распития на улице. Пройдемте. Товарищ капитан, отпустите меня, умоляю. Я больше никогда не буду пить на улице, честное слово. Вот, не надо пить на улице. Зачем пить на улице, когда пить можно здесь? Люся, прими заказ у гражданина. Конечно, секундочку. Да вы не беспокойтесь. У меня тут заведение недорогое. Все для народа. Николай Иванович, ваше здоровье. Это просто... Слушай, командир, ну раз такое дело, давай я тебя угощу. Да вы что, гражданин? Я ж на службе. Люся! Я Петя. Идите, заказ у вас приму. За Николая Ивановича!